Начали игру, скажем так, наверное, не очень, потому что дали создать сопернику хорошие моменты. Ну, хорошо, они не забили. Где-то вратарь выручил. Ну, сами где-то, может, добежали, выручили. Тоже в первом тайме много моментов не реализовали, хотя предпосылок было достаточно. В первом тайме забили хорошо. Уже сопернику нужно было перестраиваться, идти добывать там голы. А мы хорошо на это отреагировали после перерыва. Забили два, скажем так, быстрых гола во втором тайме. Ну, уже, скажем так, стало полегче. Ну, не расслабляться, это однозначно, не расслабились, но стало чуть-чуть полегче. Уже и в плане физически, и в голове чуть-чуть перестроились. А погодные условия как сказались? Ну, холодно, конечно, уже, скажем так, я уже говорил, что пойдет сейчас осенний футбол. Но поле, ну, мне понравилось. То есть поле достаточно хорошее. Не было, скажем так, луж где-то, чтобы мяч застревал. То есть для хорошего комбинационного футбола нормальное поле. И если бы не было дождя, да, где-то трава чуть высоковатая, но этот минус, скажем так, закрыл. Погода такая, дождь, ну, полив. Что полито оно хорошо было и ходил мяч хорошо. Счет 4-1, крупная победа. Счет по игре, как ты считаешь? Ну, если такой есть счет, значит, по игре. То есть, ну, я же говорю, в начале они не забили. То есть, где-то, ну, они могли чуть больше забить одного. Ну, хорошо отреагировали на это. То есть, плохо, что, скажем так, даже пропустили этот один гол. То есть, хотелось бы сыграть, чтобы сухие ворота были в такую мокрую погоду. В первом круге тоже был счет 4-1. Можно какие-то параллели проводить с тем матчем? Насколько сложнее, легче было играть сегодня? Да нет, тут первый круг, второй круг. Команда у них, наверное, скажем так, наполовину, ну, не наполовину, но изменилась. И тут уже первый круг даже не брали в расчет. Знали, что будет нелегко, и нужно было добывать победу самим. То есть не давать сопернику малейшего шанса для того, чтобы какие-то предпосылки были на их победу.